Добрый день. Сегодня у нас вот такое вот чудо от фирмы Кабар или Кейбер. Вот. Называется это устройство K2 Rescue Kit. Такой вот он чехольчик. Здесь сзади кармашек для бит. Здесь этот самый петля под ремень, но из-за того, что достаточно плотно сидят тут биты, не знаю, наверное, будет достаточно тяжело продеть что-либо. Ну, не очень он как бы большой. Ну, может быть, разносится. Сам нож представляет собой, или этот набор Rescue Kit, спасательный набор, представляет собой вот такой вот нож такого спасательного красного цвета. Лезвие представляет собой серрейтор, ну и его предназначение. Здесь оно затуплено, чтобы если поддевать под ремни безопасности, чтобы, не дай бог, человека не пырнуть. Вот. Здесь серрейтор для того, чтобы облегчить перерезание ремней безопасности. Вот. По устройству это Liner Lock. А сталь достаточно паршивая здесь на нем. То есть ничего такого сверхъестественного. Китайская нержавейка, по-моему, 3CR, что-то там. То есть, иначе говоря, с очень низким содержанием углерода. Но, с другой стороны, в принципе, для вот такой штуки она больше и не надо. Вот. Здесь с этой стороны стеклобой. Здесь такое как под ключи, под гайки различного размера. Ну, не знаю, насколько это, так скажем, возможно что-то там открутить, потому что тут, возможно, будут мешать вот эти вот накладки. Накладки алюминиевые, здесь осевой винт, по-моему, с торксовым, под торкс. Вот. И вторая вещь, для чего и нужны вот эти вот, да, вот лезвие фиксируется, а вот эта вот вещь не фиксируется. Вот. Это такая вот пенек, на который насаживаются биты. Вот. Здесь есть такой переходник. Вот. И уже сюда вставляются идущие в комплекты биты. Биты получаются три плоские отвертки, малая, средняя, крупная. Три крестовые или филипсовские отвертки, тоже малая, средняя, крупная. И три шестигранника, то же самое, малый, средний, крупный. Вот эта штука, она подмагничена. Вот, так что ничего у нее не вылетает. Ну, не знаю, насколько будет удобно что-либо. Ну, то есть, как вариант, конечно, чрезвычайной ситуации, может быть, что-то и можно будет там, как выход из положения, открутить его. Не очень удобно в этом положении вращать. С другой стороны, достаточно она крупная, увесистая. То есть, достаточно большой рычаг, если что, можно провернуть. Ну, конечно, вопрос, конечно, качество самих бит, там не послизываются ли они, там насколько качественный сам металл. Это, в общем, это очень недорогая вещь. В принципе, я думаю, имеет право на существование, на свое. Вот. Ну, такая вот, думаю, что разбить стеклобоем что-либо удастся, хотя он такой достаточно условный, в принципе, но сам по себе ножик увесистый, думаю, что можно будет надеяться, что он свою функцию выполнит. Вот. Ну, в общем, вот и все по поводу вот этого вот устройства. Большое спасибо за внимание, до свидания.